Всем привет! Сегодня приготовим салат простушка в первый раз. Будем пробовать. Надеюсь, в итоге получится королевский салат, а не простушка. Вот такие продукты нам понадобятся. Итак, возьмем вареную свеклу, вареные яйца, далее соленые огурчики, сыр, зеленый горошек, чеснок, я его уже через пресс выдавил, соль и перец по вкусу. Ну что, начнем мастерить наш салат. Да, забыл, еще майонез нам понадобится. Поехали. Все продукты, кроме горошка, натираем на средней терке. Я покажу только свеклу, остальное не стал записывать. Я думаю, все это могут. Далее добавляем в свеклу чесночок, майонез, хорошенько все перемешиваем. В горошек я добавил тоже немного майонеза, чтобы когда будем формировать наш салат, он никуда у нас не укатывался, не разбегался для связки горошин. Теперь добавляем чеснок и майонез в сыр. Все хорошо перемешиваем. В яйца тоже добавим майонезика маленько. Посолим, поперчим. Или поперчим, но это не важно. Добавим перец. Можете не добавлять ни соль, ни перец. Это уж дело ваше. У меня не было кольца для формирования, поэтому я из картона и степпера сделал вот такое колечко. Скажем так, лайфхак. Или по-другому это как-то называется, неважно. Итак, первым слоем идет у нас горошек. Хорошо его утрамбуем. Нарисуем сеточку майонезную для сочности. Далее пошла свекла. Небольшую красота. Вот такие вот узоры у нас из майонеза. Теперь яйцо. Третий слой. Все хорошенько трамбуем. Я еще перчика добавил. Ну, любим мы это дело. Опять кружева майонезные. Тертый огурец соленый. И верхний слой у нас идет сыр. Салат почти готов. Я еще нарисовал цветочек для красоты. Вот такой он у меня корявенький получился. Но это не важно. Попытался я снять мое кольцо, но не получилось. Поэтому я ножницами аккуратненько сбоку отрезал его. И вуаля! Конечно, маленько осталось на картонке, но это не важно. Можно ложечкой это ням-ням-ням. Вот такой салатик у нас получился. Простушка. Я еще добавил маленько петрушки для красоты. Ну что, будем кушать эту красоту. Сейчас я записываю уже после того, как поели. Поверьте, вкус прекрасный, просто королевский. Так что пробуйте, друзья, этот салат. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии. Всем пока. Приятного вам аппетита.